Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине, угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили удары по Донецку. Я хочу это повторить. Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом, а цель Запада – безграничная власть.